Здравствуйте, с вами Поля. Сегодня я вам расскажу еще об одном фотоконкурсе. Если вы являетесь профессиональным фотографом или начинающим фотографом, если у вас есть много собственных фотографий, не забудьте подписаться на этот канал Поля. Я каждый месяц рассказываю о разных международных мероприятиях, которые проходят в разных странах, где фотографы могут проявить себя, поучаствовать, выиграть ценные призы и заявить о себе. Если мое видео вам понравится, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, написать комментарий, что вы думаете по поводу данного конкурса. И под видео, как обычно, находится ссылочка, по которой вы можете пройти, прочитать полные правила участия в данном конкурсе. И если вас все устроит, поучаствовать. Я вам сейчас вкратце расскажу. Конкурс «Фото дикой природы года 2025». Поучаствовать можно до 5 декабря 2024 года. Организатор Музея естественной природы в Лондоне. Здесь будет как бы два конкурса в одном конкурсе. Первый конкурс – это для людей от 18 лет и старше, и второй – для людей до 17 лет. Для взрослых взнос 30 фунтов стерлингов, для юных художников до 17 лет участие бесплатно. И здесь будет 16 категорий, захотите, пройдете, прочитайте. Ну, там категории связаны с природой. Будет много денежных призов, плюс к призам еще прилагаются сертификаты на поездки в Лондон для участия в церемонии награждения. Я не являюсь профессиональным фотографом, и Лондон мне пока, к сожалению, увы, не грозит, потому что я живу в условиях войны. Мне сейчас, к сожалению, не до Лондона, хотя хотела бы, конечно, там побывать. Может быть, еще когда-нибудь и доведется, если мы тут выживем в этих условиях. Вот. Ну, до 5 декабря время есть, поэтому если у вас есть 30 фунтов стерлингов и фотографии с природой, пожалуйста, участвуйте. Я желаю всем удачи. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу данного фотоконкурса, планируете ли вы поучаствовать. И вообще пишите все, что вы думаете на этот счет. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!